Շատ ուրախ եմ ես հնարավորության համար, բարի գալուստ ամեն մեկին։ Իրոքից Աստված ամեն մեկիս մեր առուններով կանչելով հավաքել բերել այստեղ միաբանել է։ Ինչ անգնահատելի նվեր է մեզ համար նա արել, ու փառք Աստծո նա այսօր էլ օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթանք ու գանք նրա ներկայության մեջ մտնենք, որպեսզի ստանանք մեր սրտերի համար, մեր հոգիների համար նոր խոսք, որպեսզի կարողանանք քայլենք այս աշխարհի վրա ու փառավորենք նրան։ Ամեն փառք Հիսուսին, շնորհակալ ենք նրան ամեն բանի համար։ Ну, простите, конечно, я буду по-русски, ладно? Значит, так получилось вчера, значит, ездил в такси, работал, и ко мне в машину сел молодой человек один. Ну, говорю, здравствуйте, как настроение, хорошее. Вчера суббота была. Он говорит, все отлично, все прекрасно, только одно. Мне надо будет на работу. Я говорю, а кем ты работаешь, что как бы в субботу после обеда работаешь? Он говорит, я психолог. Я говорю, здорово. Вы знаете, говорю, в последнее время со мной такие интересные вещи происходят, я бы хотел бы с психологами поговорить об этом. Он говорит, да, я говорю, да. И что? Я говорю, ну вот, представляете, я пошел в церковь, я помолился, и Господь меня коснулся. Я пережил его любовь. У вас есть этому объяснение? Он говорит, ну, наверное, напряжение вашего мозга там пыталось, как бы мышцы выдали там туда-сюда. Я говорю, ну, хорошо. А вообще, говорю, как вы считаете, как человек должен жить? Ну, чтобы было правильно, да, чтобы он не нуждался в психологах. Он говорит, ну, наверное, надо идти по чувствам своим. Вот когда тебе хорошо, ты это делай. Я говорю, ну, здорово. Только почему-то я когда делал то, что я хотел, и мне хотелось по чувствам, я пришел в такие дебри залез, как бы мне так страшно стало жить. А все почему? Потому что мне так хотелось жить на самом-то деле. Вот. И как бы вот мы с ним разговариваем. Я говорю, ну, ладно. А вот так из меня как бы вот бесы выходили. Как вы это объясните? Он говорит, ну, наверное, это напряжение мышц и вот коллективное вот мышление, там, молитва, и вот мышцы так расслабились. Я говорю, ну, хорошо, ладно, и это я принимаю. А как вы объясните, допустим, когда здесь человек спит, вдруг ночью просыпается, видит другого человека, да, в видении, начинает за него молиться, а потом оказывается, что этот человек в этот момент нуждался как никогда в этих молитвах, да, и Господь его там спасает. Он говорит, ну, не знаю. Я говорю, ну, знаете, я говорю, на самом деле, я с вами согласен, очень много вещей можно объяснить, ну, просто, потому что Господь так создал, и это так работает, да, и мы это сейчас изучаем. И вот если мы посмотрим, вот дерево стоит, дерево, оно же тоже простое, ну, обычно дерево, правильно? Мы же привыкли к нему, но если вдуматься, это же целое чудо, это же целая жизнь, кем-то это же создано. И он говорит, ну, вы знаете, человеческая психика, она такая сильная вещь, она может многое. Я говорю, да, согласен. И слава Богу за эту психику. Он же автор нашей психики, он же дал нам эти возможности, да ведь? Он же автор этого всего. И его дела вообще велики, абсолютно во всем. И вся слава ему принадлежит. И слава Господу. И знаете, после того, как я уверовал, моя психика мне подсказала, что есть в Библии один замечательный стих. И Иеремия, 33 глава, 3 стих. Там написано следующее. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Амин. «Воззови ко мне, Господь говорит, и я тебе покажу то, чего ты не знаешь». Знаете, на прошлой неделе пастор, когда мне сказал, что как бы мне надо послужить, и у меня, честно сказать, такая чуть ли не паника началась. Почему? Объясню. Потому что было очень благословленное слово через нашего брата Гамлета о прощении. Да? Было очень серьезное слово через пастора Риту, которая говорила о том, что мы должны любить и о том, что мы должны прощать. Я такой сижу и думаю, Господи, о чем я-то вообще буду служить? После такого, вот что тут скажешь? То есть, знаете, я вообще считаю, что на этих двух вещах это прям основа христианства, да? Если мы вот достигли в этом, скажем так, каких-то результатов, значит, мы действительно на правильном пути. А что ты что добавишь? Только вот идти и исполнять это слово, да? И я молюсь, Господи, ну покажи мне, что, как. И мы вот, знаете, общались с братьями, сестрами.
И было на самом деле мне очень приятно слушать, что многие свидетельствуют и говорят, что да, мы послушали проповедь через служение Гамлета, и мы молились, и Господь не показал, что у нас есть какая-то обида в сердце. То есть мы уже, слава Богу, за это время, за эти годы, которые находимся в Господе, достигли до каких-то таких вот результатов, что у нас нет обид никому. Да? И я тоже молился, я говорю: Господи, я думаю, что у меня нет обид в сердце. Если есть, то ты мне покажи, пожалуйста. Слава Богу, он мне не показал ничего. Я такой, думаю, хорошо, не надо, все, уже супер, все, да. Ну, есть как бы такие легкие юридические моменты, которые Господь мне напомнил. Мне надо бы с одним человеком встретиться и как бы на всякий случай, так сказать, ну, прости меня, если я вдруг тебя там где-то обидел. Ну, я думаю, что это дело времени, дай Бог, что мы обязательно с ним когда-нибудь встретимся. И, значит, и что происходило? Я думаю, о чем же я буду служить? И знаете, я хочу с вами сегодня поделиться о том, как, что мне Господь показал для меня, в чем я есть, вот, в течение этих, ну, недели-полторы. Все началось на домашнем служении у нас дома. Присутствовала одна сестра, не буду говорить имя, и, значит, она разговаривает, и я с ней разговариваю, она задает вопросы, я отвечаю. Отвечаю, как бы, цитирую Библию. Да, то есть она задает, я отвечаю, она задает, я отвечаю, она задает, я говорю. А почему-то внутри я начинаю чувствовать, что Господу это не нравится. У меня прямо изнутри поднимается вот это, что ты как бы остановись. А я понять не могу, ну Господи, я же, ну что такое? Я же вроде бы все из Библии говорю, все правильно говорю. Почему тебе не нравится-то? Вот. Служение закончилось, сестра ушла. Я прям чувствую, Господу не нравится. И нет бы, знаете, помолиться и спросить: Господи, а что тебе не нравится? И я стою перед ним, оправдываюсь: Господи, ну что ты? Ну вот, я же ничего плохого не сказал. Не унизил, не оскорбил. Все, что я говорил, написано в Библии. Ну что, мол, тебе, знаешь ли, надо вот... Почему тебе не нравится-то? Помолился такой, лег спать. Вот. Ну, прошло время. Прошло время. Господь молчит. Я молчу. Ну, знаете, я... Хочу вам задать вопрос. Вопрос будет следующий. Не надо вслух отвечать, ладно? Каждый в себе. А просто решите. Мы же все уже знаем Писание, да, ведь? Ну, более-менее. Мы же уже верующие, уже сколько в Боге, мы все знаем Писание. И я хочу задать вам следующий вопрос. Вот есть два человека. Один пьет каждый день по две стопочки водки. Вот просто просыпается и пьет. Вот. А есть другой человек. Лет пять он жил, ни разу не пил, и тут вдруг решил выпить буквально пару стопок в течение 5 лет. Как вы думаете, когда эти двое станут перед Господом, и Господь будет их судить, кто из них грешнее будет перед Богом? Да? Не отвечайте вслух, пожалуйста, это так, для себя. И вот проходит некоторое время. Сидим у Гамлета дома на домашнем служении. Все замечательно, все супер. Пастор служит словом, как бы с нами делится, учит нас до того ровно момента, когда он начал говорить о том, что мужчины должны помогать своим женам по домашним делам. Ну, там сидят женатые люди, как бы, да, там, парами сидят. И я. И как вы думаете, кто начал возмущаться? Я. Почему-то я. Я прямо изо всех сил, понимаете, вот... Сижу и говорю: пастор, да такого быть не может. Я его, честно сказать: пастор, прости, пожалуйста. Я прям чувствовал, что я должен остановиться. И я лезу не в свое дело, но я почему-то не мог остановиться. Представляете, я как бы переспорил пастора. Прости, пожалуйста, еще раз. Я не хотел, я не понимал, что происходит на самом деле. Я переспорил все там. Я говорю: нет, такого быть не может, это нельзя так. Ну, в общем, вышли, едем домой, мама рядом сидит, я еще возмущаюсь, руками машу и не могу успокоиться, представляете? Что такое? Как это так? Почему это так? Пришел домой, лежу, вспоминаю анекдот. Может, вы его знаете. Сидит мужчина в кафе, пьет кофе. Вдруг двери открываются, и кто-то говорит: Вова, тебя там твоя жена изменяет. И убегает. Он спрыгивает с места, бежит такой на улицу, пробегает через дорогу, его машина сбивает. И он такой лежит и говорит: я не пойму, зовут меня не Вова, да и вообще я не женат, куда я бегу? Да? И вот представляете, я сижу, лежу и такой анекдот вспоминаю: зовут меня не Вова, я не женат, ну чего мне-то надо, почему я-то уснуть не могу, Господи? В чем дело, в чем проблема вообще? Что это вообще, как бы, да, ну?
Все, в общем, заставил я себя уснуть, уснул. Проходит некоторое время опять, и мы сидим опять во время домашнего служения. Домашнее служение – это вообще великая благодать, которая у нас есть, это слава Господу. И вот сидим, значит, на домашнем служении. Были мы с пастором, и, значит, идет разговор, и я опять цитирую Библию, и я опять чувствую вот эту вот, Господь что-то мне говорит. Ну, и, видимо, я тут уже сдался. Я говорю, Господи, ну что не так-то? Вот я говорю то, что написано в Библии. Вроде бы все уже как бы знаю. И знаете, Господь мне что говорит? Не суди. Не суди. И я такой раз. Как так-то вообще? Все стало на свои места. Я начал понимать просто резко, как бы, знаете, вот когда мы с сестрой разговаривали, почему я так с ней вот так? Помните, Адам что сделал? Ева виновата во всех грехах. Ева съела фрукт, Господи, и дала мне. И знаете, что я понял? У меня Евы нет, а она уже виновата. Представляете? Адамов грех, вот он прям вот он влез в меня до того, что ее еще нет, а она уже виновата. Смешно, да ведь? А я ее настолько сильно в сердце осудил, что я прям чуть ли не до драки отстаивал свои права. Ева виновата. Однозначно Ева виновата. Да? Но знаете, отношения же людские, они же как минимум из двух людей, да ведь? Если вот крест, помните, Господь и человек, то этот вот человек. То есть, ну, без второго человека отношений быть не может. И вот это второе, это когда мы уже вдвоем общаемся и приходим к чему-то общему, да, когда мы слышим друг друга. Конечно, есть, знаете, недавно говорят, что вот я такое слышал, что, ну, Адам виноват, что как бы Ева осталась одна, и она начала общаться там со змеей. Но с другой стороны, хочется сказать, дорогая Ева, если ты видишь, что Адам чуть-чуть занят, это же не повод идти со змеями общаться. Ну, сходи ты к Адаму, ну, поговори ты с ним, ну, зачем все портить-то потом, да, ведь? Вот. Ну, слава Богу. Это потом мы поговорим, не об этом сейчас. И, знаете, интересно, да, слава Богу, что у нас уже нету этого, что мы всех простили. Но очень важно, чтобы мы еще и никого не судили. Потому что Слово Божие говорит, что мы не пришли в этот мир судить. Господь нас не избрал для того, чтобы мы осуждали и судили. Без нас и мир как бы прекрасно справляется. И мир всем говорит, какой ты там плохой, ты алкоголик, ты разбойник, ты блудник, ну и так далее и тому подобное. Нас же Господь призвал для того, чтобы мы несли свет. Знаете, иногда я слышу, да и раньше у меня это тоже было. Мы вообще такие прекрасные создания на самом деле. Очень интересные. Мы приходим сначала к Господу. Господи, очисти меня, пожалуйста, от наших всех грехов. Освободи меня от того, что я курю, освободи меня от того, что я пью, да, освободи меня еще от чего-то. И это все я прошу для себя на самом деле. Да? Это же мне полезно. Я бросил вот курить. Ну, чуть-чуть потолстел, конечно, теперь борюсь с этим, но да ладно. Но это же я для себя сделал. Я пол жизни осознанно курил. И курил я очень много. Да? Кому я вредил? Господу? Да нет, себе. И я вот пришел И Господь мне помог, и я признал, что это мне не надо, и бросил курить, и слава Господу. Да? Но дело в том, что после того, как мы у Господа выпрашиваем наши, наши нужды, Он нас очищает, и мы начинаем думать, что мы же очень святые, мы же лучше, чем другие. Да? И мы начинаем молиться, Господи, вот Твой святой пришел, вот я Тебя прошу, вот дай мне то. И вдруг не получаю. Поворачиваюсь. Господи, ты что, не видишь? Твой святой тут стоит. Почему ты этому грешнику даешь, а твоему святому не даешь? Дорогие братья и сестры, а кто из нас сделал святых вообще? Кто нас омыл-то кровью своей? Не Господь ли? Не это ли его великая милость, что мы очищаемся от грехов и идем вперед? Почему после того, когда Господь нас помиловал, и позволил нам войти в Его присутствие и жить в Его любви, мы можем взять и Ему как бы высказывать свои недовольства
тем, что он вдруг не удовлетворил наши какие-то похотливые желания. Ну, машину я хочу просто какую-нибудь хорошую. Или еще что-нибудь. Да? Помните, на Голгофе было три креста. На одном кресте был Иисус Христос. На двух других были разбойники. И один из разбойников покаялся и говорит: «Господи, спаси меня, пожалуйста». И Господь говорит: «Сегодня же ты будешь со мной в раю». Знаете, многократно это у нас так получается, что мы говорим: «Но это несправедливо». Почему он жил, как хотел, и в самый последний момент он обрел спасение, да? А мы тут должны не пить и не курить, и идти за Господом. На самом деле, если с другой стороны посмотреть, мы же не знаем, почему он оказался на кресте, да ведь этот разбойник. Через что он проходил? Есть одна такая песня, и автор песни говорит следующие слова. Ну, рассказывает такую историю, что один из беглых заключенных бежит по лесу. И напротив него выходит волк. И там звучат такие слова, говорит: «Серый, ты не шути, я такой же, как и ты. Вугнан, в угол загнан людьми». То есть, знаете, бывает, что человек просто родился в таких условиях, когда ему было очень сложно. И вот он жил, и я не знаю, у него просто, может, возможно, не хватило ума, способности, да, придумать, как жить. И он стал разбойником, он стал вором. И вот он оказался на кресте. За всю его жизнь впервые он увидел свет. И он говорит: «Спаси меня, пожалуйста». И мы такие живем в любви и смотрим на это и говорим: «Ну как так, Господи? Это же несправедливо». Да? В этой истории знаете, что несправедливо? То, что на кресте висит Иисус Христос. Вместо меня он висит. И вот это только несправедливо. Слава Богу. Слава Богу. Знаете, вот не знаю, ну вот живешь и как бы вроде бы и хорошо, и думаешь: все, я верующий, я некоторые вот цитаты из Библии знаю, и все у меня как бы классно. Да? И Господь говорит: не суди. Да. Давайте откроем Луки, 12 глава, 13 по 15 стих. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия имения его». Вот такая ситуация произошла. Есть два брата, не могут поделить они между собой наследство. Ну и куда им как бы идти, да? Ведь они пришли конкретно к Богу задать вопрос: кто из нас прав, кто виноват, рассуди, мол, нас, Господи. Да. Да чего же меня удивил вот этот стих, когда я его увидел и прочитал. Сам Господь Иисус Христос говорит: кто поставил меня судею между вами? В смысле? Как это, Господи? Как это ты? Как это ты не судишь-то людей? А куда им еще идти? Но ведь он же их не оставил, да, в беде, так скажем. Он им сказал слово, то, что написано. Да? Дальше вот он говорит. При этом он сказал: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Я неоднократно замечал вот это вот явление в пасторе. Знаете, сколько раз я замечал, когда к нему подходит и говорит: пастор, а кто прав, а кто виноват? Я сколько раз на это внимание обращал, он не говорит: ты прав, ты виноват. Он говорит: ну, в Слове Божьем написано вот так вот. Да? Он просто дает направление.
Помните, пастор Рита говорила, не надо брать на себя роль Духа Святого. Только Господь может видеть всю полноту. Только Он. И когда у меня спрашивают, кто прав? Я или брат? Я отвечаю, нет, вот он прав, это значит, после слова «нет» смысла вообще нет, что я говорю. Я как только сказал «нет», вот так, значит, я уже осудил человека. Все, в сердце моем он уже осужден. Я буду уже по-другому к нему относиться. Я буду искать его вину в любом случае, понимаете? Точно так же, как в Еве. Ее нету, она уже виновата. Вот такая вот человеческая психика. Представляете? Вот так вот Господь нас учит. Вот так вот Господь нам показывает. Великое и недоступное. Ну, не знаю. Знаю одно точно. Моя бы психика до такого бы не додумалась. Все эти случаи, которые случились в моей жизни, это, ну вот за эту последнюю неделю, то, что Господь мне показал и сказал, я не знаю, я бы точно не додумался. И простите, что как-то так вот меня прям накрывает. И слава Богу, я очень рад присутствию Господу. Я его прям, знаете, сейчас вот прям чувствую, вот прям, не знаю, первый раз так. Слава Богу. И помните вопрос про алкоголиков? Давайте чуть-чуть попробуем. Вот просто вообразить себе, да, жизнь их. Первый человек, который пил 2 стопки в день. Мы же ведь не знаем, откуда он опять же пришел, да, ведь? Он родился, может, в семье алкоголиков. Его гены, в генах алкоголь прописанный. Он, может, с матерью молоком кушал алкоголь. Мама пила, ему дала. Да? И вот он вырос и покаялся. И пришел, например, к церкви, да? И он ищет пути, чтобы как-то оттуда выбраться. А здесь мы. Ох ты, алкоголик. То ли мы тут 2 стопки пьем, то ли ты. Мы же ведь не знаем, допустим, понимаете, какую он борьбу ведет, насколько сильно он молится, постится, перед Богом плачет и рыдает, чтобы выйти из этого. Мы этого не знаем, мы видим всего лишь то, что, ну, пьет он 2 стопки. Алкаш. Никто. Да? И второго человека давайте посмотрим. Ну, второй человек. Например, ну, я могу сказать о себе. Я никогда не был зависим, допустим, от алкоголя. Ну, бывало, выпивал. Согласен. Сядем к случаю, там, к шашлыку для аппетита, там, знаете, пару стопочек. Пойдем в баню, там, для удовольствия. Несколько бутылок пива могу выпить. Могу и упаковку выпить. Ну, было. Но я это делал ради удовольствия. И теперь меня Господь от этого освободил. Я решил, что, как бы, знаете, ну, я во славу Господа не буду пить. И вдруг сейчас мне, я на себе пример беру и скажу вам. И вдруг сейчас мне кто-то придет и скажет, слушай, тут такой вот классный напиток мы там из Армении привезли. Может, пару стопочек выпьешь? И, может быть, я скажу, да, давай я выпью. И мы станем оба перед Господом. Я и вот этот человек, который постился. Я, который в течение 5 лет выпил 2 стопочки. Да? И человек, который каждый день пил. Но каждый день за это молился, плакал и рыдал. Да? Как вы думаете, кому Господь скажет, здравствуй, добрый и верный раб? Мне или ему? Не знаю. Сколько бы я Библию не читал, я понял, что, скорее всего, ему Господь скажет. Несмотря на то, что он в грехах каких-то. Ну, по крайней мере, я так вижу. Господь нас избрал, еще раз говорю, чтобы мы не судили. Господь нас избрал, чтобы мы помогали. В Библии написано, буква убивает, дух оживотворяет. Когда человек приходит, я беру, допустим, да, вот, и этими буквами по лицу ему, на, ты грешник, да? От какого духа я говорю ему?
Кто во мне в этот момент говорит? Кто приходит, чтобы унижать людей? Этот человек уже и так забитый весь. Может, он не алкоголик, я ничего не хочу сказать. Знаете, например, когда я пришел в церковь, я вам скажу, через что я проходил. Меня терзали мысли каждую ночь, каждую ночь, каждую ночь. Вот есть такая песня прославления, говорят: «Господи, спасибо, что ты освободил нас от терзающих мыслей». Да, помните, такие слова у нас есть. И вот я каждую ночь ложился, и вот эти мысли меня терзали. Что, зачем, кто ты, зачем ты, как ты будешь жить, надо вот так, надо вот так. У Достоевского есть прекрасный рассказ, или как он там, правильно, не знаю. Ну, в общем, «Преступление и наказание». И там есть такой один герой, зовут его Раскольников. И автор так красиво описывает, как терзалась его душа. Как он решал, идти убить одну бабушку или не уйти. И он оправдывал, и вот мысли его терзали, терзали. И он в этом мучился. И вот представляете, вот такой вот человек сейчас заходит в эти двери. И здесь мы. Вот истерзанный весь. Мы же не знаем, он может быть там весь в золоте, весь шикарный, весь в достатке. На машине, на хорошей, да? А в душе у него одни страдания, одни муки. Мы же не знаем, что с ним происходит в этот момент. И тут мы такие: грешный ты человек. То ли мы тут святые. Знаем Библию, знаем Господа. Один у нас знакомый говорит: вы меня вообще злите, потому что... Что вы думаете, вы Господа, что ли, познали? Нет, мы не познали Господа, потому что Он слишком велик, но мы идем и познаем. И за дня в день Он нас ведет из славы в славу. Да, так говорит Библия. И за дня в день Он все больше и больше нас очищает и дает там нам каждое слово, да. И я все больше и больше понимаю, почему я должен каждое воскресенье прийти в Божье присутствие. Потому что каждое воскресенье, когда я прихожу, я узнаю что-то новое. И что-то новое Господь открывает. И знаете, хочу и вас тоже попросить, у кого нету таких живых, настоящих, чистых отношений с Господом, позвольте Господу, позвольте Духу Святому, чтобы Он очищал ваши сердца, чтобы Он вел по своим путям, чтобы мы, знаете, могли и прощать, и любить, и не судить. Оно не может одно без другого существовать. Не может любовь осуждать. Я не верю в это. Оно просто не может быть. Да? И если я осуждаю человека, значит не тот дух во мне. Кто во время молитвы приходит к нам и говорит, что ты недостоин? Ты чего тут молишься, ты недостоин? У кого было такое ощущение? Адам, когда согрешил, он убежал и спрятался в кустах, помните, от Господа? Почему он убежал? Кто ему нашептал, что он не должен идти к Богу? Кто говорил, что он недостоин? Не дьявол ли? У кого было когда-нибудь? Можете руки поднять? Вот во время молитвы, вот у меня было. Я приходил молиться, и я не мог позволить себе молиться. Я думаю, что происходит? Я пришел к отцу, и я не могу с ним поговорить. Я чувствую вину, ужас какой-то, да? Кто автор? Какой дух говорит? Явно не Божий. Господь пришел, чтобы очищать. Господь пришел, чтобы поднимать. Господь пришел, чтобы исцелять. Господь изначально создал для нас все, чтобы мы жили и радовались. Мы по своему безумию упустили это, да? Грех пришел в мир и все испортил. Господь говорит: не греши, чтобы жить хорошо. Вот я даю тебе выбор. И самое прекрасное, знаете что? В этой истории самое прекрасное, за что я прям действительно вот люблю Господа все больше и больше, то, что мало того, что Он дал заповеди, мало того, что Он сказал, как нам поступить, еще и изо всех сил пытается нам это помочь сделать. И как только я оборачиваюсь и говорю: Господи, вот я тут не могу, помоги мне, пожалуйста. Он бежит мне на помощь и помогает. Такого среди людей, наверное, нет, не знаю, может и есть, кто-то может достиг до этого. Апостол Павел, да, кажется, говорит: путь я свой завершил, веру сохранил. Да. Я считаю, что этот путь, это как раз-таки, когда мы достигаем, и в нас формируется Иисус, как Библия говорит, да. Когда, последние дни нашей жизни будет действительно больше Иисуса, чем меня. Так что пусть Господь благословит. Аминь. Я на этом закончу. Хотя дома готовил 40 минут, но этого будет, я думаю, достаточно. Пусть Господь благословит.